Проводимые перемены в украинской армии и переход на стандарты НАТО значительно приблизили Украину к вступлению в Североатлантический альянс. Но этого недостаточно. Для того, чтобы ускорить этот процесс, Киеву необходимо провести еще одно изменение, касающееся офицерского состава. Об этом заявил экс-командующий сухопутных войск США в Европе генерал Бен Ходжес. По словам генерала, Украине необходимо обновить офицерский состав ВСУ, поставив на командные должности молодых офицеров, но закаленных в боях. При этом они должны владеть английским языком, являющимся основным языком общения в НАТО. Это необходимо для дальнейших операций украинской армии совместно с западными вооруженными силами, а в дальнейшем для членства в НАТО. Ходжес подчеркнул, что владение офицерами ВСУ английским языком даст Украине огромные дивиденды. Также генерал посоветовал Киеву нормализовать отношения с США, чтобы американцы могли убедить другие страны принять Украину в НАТО. По его словам, палки в колеса украинцам на пути в альянс вставляет Россия, убеждая весь мир, что принятие ее в альянс принесет только проблемы. Заметим, что новый министр обороны Украины Алексей Резников уже заявил, что Украина намерена еще больше расширить сотрудничество с США и НАТО. По его словам, ВСУ ждут большие перемены. Спасибо за просмотр. Всем мира и добра.